mandates a maximum of 8 hours of sleep. Any extra sleep time will be docked from the next pay cycle. Доброго всего времени суток. С вами Тексер и Шипбрейкер. Да, в прошлой миссии был протест, все дела, но работа продолжается. Мне надо... Так... помещение. Терминал. Окно. Мне надо починить этот кораблик, чтобы свалить отсюда, потому что, как нам сказала корпорация, нужно иметь свое транспортное средство, чтобы свалить отсюда. Корпорация никого никуда не повезет. Так, жетоны линзских мало, да? Я же с жетонов или я вот с этого делаю? А давайте посмотрим. 33-34, да. Увеличивается дальность. Мне дальность-то не нужна. Гарпун. Ну, тут вообще максимум. Двигло. Что делаешь? Максимальная скорость. И такое себе. Сканер нет. Шлем. Свой личный. Тут стойкость, денег не хватает. Заряды. Ну, никуда не уперлись, да и не на что. Так, ладно, поехали. Мне, насколько я помню, нужны провода. Проводка есть, да. Видите, мне нужна проводка. Две проводки. Слушай, я тут побольше всякого обнаружено-то. А, промышленный. О, здравствуй, жопа, Новый год. А, Unknown — это у нас оккупированный искусственными интеллектами. Атлас. Да, я все типы кораблей-то уже открыл, собственно говоря. Джейвелин с тяжелым грузом, да. Ну, сами понимаете. Текущий корабль, пустая зона. Так, где Unknown? Вот. Unknown Макрель. Погнали. Вперед на войну с искусственными интеллектами. Сумасшедшими искусственными интеллектами. Я жду, у меня не попадется. Привет, стажер. Я так понимаю, вы уже все рассказал? Надеюсь, мне с него не поставят какого-нибудь урода. Ну, пока я за него, так что кончайте языками, часа и принимайтесь за работу. Диди, я сделал все, чтобы усложнить тебе жизнь. Детка, я уже большая, меня этим не проймешь. Ну что ж, посмотрим, помню ли я еще хоть что-нибудь. Хорошего дня, ребят, до связи. Пока. Эй, сам, не сомневаюсь, что ты и так справишься, но если понадобится, дай знать. Так, на вид успокоено там. Идеально. Собственно, чем характерны искусственные интеллекты? Они включают и выключают систему корабля по своему усмотрению. Они хлопают шлюзами, они производят декомпрессию и все такое. Их надо выжигать лазером. Но для этого надо найти. Так, я могу, конечно, отстрелить этот люк нафиг. Туда будет та самая декомпрессия. Так, мне надо найти вход. Вход. Где в этой сволочуге вход? Снизу, что ли? К счастью, они не могут включить двигатели и улететь. Ну, точно не в корме. Слушайте, реально, где у него вход? А, вот дырка. Пошли. Ну, зайдем, посмотрим, что там. Звук хороший. А вот первый искусственный интеллект. Здравствуй, Жак. Минус один. Так. Получено достижение, не боюсь призраков. Но они всячески пытаются сейчас нагадить. Знаю я их. Туман. Что такое? Шлем. С него можно данные установить, и он на катушку пригодится.
Видите, компьютеры все заблочены. Так. Что тут можно взять? Предохранитель не нужно. Так, но мне кажется, что он однообъемник, нет? Теплоход пригодится. Или мне кажется, что он однообъемник. Погодите, дверь куда? Никуда эта дверь. Так. А, это фильтр. Это не едять. Ну и что, и попробовать мне сказать, что я тут воздух не сброшу. Сброшу еще как. Давай, погнали. И что? В корабле вакуум, а в шлюзе? Вот я и произвел то, что надо. А теперь знаете, что я сделаю? Сложно пользоваться шлюзом, из которого все вытащено, да? Ну что искусственный интеллект? Как говорится, это шах и мат. Странный звук у моей системы, да? Не находите? Ладно, оно того стоило. Все. Никуда ты корабль больше не денешься. Ну, а до интеллекта доберусь. Так. Уберись. Надеюсь, сейчас крышкой в лоб не получу. Не должен. Грузовой люк на барышу. Ха-ха. Ах ты ж, зараза. У него дверь закрылась, рубку. Ну давай. Оп. В рубке был свой этот плачок-то. Вот так. Что-то я упустил из виду такое. Ладно, фигня. Сначала бронещиты вот эти снимем, защитные. Ну или как они там называются. Кстати, а куда их? В процессор. Что-то искусственный интеллект какие-то мирные. Ничего даже пока не сделали. Я тут на уж люди спалил. Как бы все. Че, летает? Или не летает? Понятно. Летает. Причем летает по частям, черт возьми. Что-то развалился-то. Что за звук у моей системы, я не понял. У меня эти искусственные интеллекты на мою систему напали, что ли? Они взломали или как, или чего? Хотя вот за эту часть схвачу, потому что так она сейчас рассыпается. Можно ли рубануть двигатели? Двигатели рубануть нельзя. Можно рубануть антенны. Так, один антенн. Второго антенна нету. Ну чего. Рублю вот с этой стороны тащи ты. И дальше можно лезть в межкорпусное пространство, чтобы
Отцеплять бы бортовые пластины. Разделительная точка класса. А что он разделяет, не знаю. Но раз разделительная точка, надо ее срубить. Все отлично. Так. Что у нас там? Вот. Я не думаю, что это будет в одну серию все. Черт возьми, корабль не очень большой. Я бы, конечно, в одну серию подключал. Так, и проводку я еще не добыл. Вот это такой момент не очень, потому что проводка — это то, зачем я сюда полез. Проводок мне надо две. Я пока проводку не нашел, а всякую другую фигню нашел. Но проводку я не нашел. И это плохо. Ну, ладно, я могу, в принципе, разобрать компьютеры. Мне не жалко, не так дорого все стоит. А носовой разобрался весь, да? А почему? И сюда. Я могу по частям. А, понятно. Давай. Пока даже без тросов обхожусь. Ну, они легкие. Блин, офигеть с того звука. Это искусственный интеллект виноват или что? Помехи какие-то, я не знаю. Помехи, наверное, да? Ну, не то, что корабль-призрак, но с помехами. Так, а что тут у нас? Скорее всего, они снизу тоже прилеплены так же, да. Давай. Ай, стой, стой. Так. В целом, я его разгерметизировал достаточно легко и безболезненно. Так, и чё? Ну, в процессор-то, конечно, да? Что эти штанги делают, хотел бы я знать. Это просто какие-то защитные дуги. И больше ничего, да? Эй, речь до конца смены 5 минут. Да, не скучаю. Такую мне фигню подсунули. Я прям в шоке. Сканер, кстати, их показывает, эти интеллекты, наверное, да? А хрен там плавал. Так. Ну, наверное, в апгрейде надо тогда будет показывать. Опачки. Понял. А если я сделаю так? Видели, да? Двери сами открываются. Попробуйте теперь закрыть дверь. Много у вас таких умных. Так. Слушайте, а как мне попасть в пространство межкорпусное? Вы серьезно? Они закрывают дверь без этих, без блоков. Угу. Здорово. Так, это радиация. Но вот этот колодец, я думаю, его нельзя как-то по-другому открыть. Так, вот тут. И эту дверь. Открыли. Там реактор, да? Да. Блин, как попасть в межкорпусное пространство, я не понял. Серьезно, тут за стеной куча всего происходит, а я туда попасть не могу. Тоже радиационный щит, тоже радиационный щит. Давайте я его вырежу. Может, хоть так проберусь. Сомнительно, конечно. Да не, вряд ли. Так, тебя на баржу, да? Тащили тебя на баржу. Ну, тут есть же толщина, в которую я могу пролезть. Вроде как.
Туда нет входа. Я что-то пропускаю, наверное. То есть, нет, я могу помахать лазером. Угу. Ладно. Я догадываюсь, как это работает. Главное не попасть, что ценное. Хорошо, что я умею сквозь стены стрелять. Так. Ну-ка. Нет, пока не оторвал. Так, топливопровода трогать нельзя. Блин, сколько там всего-то, смотрите. Я все равно разберусь, что-то на чем держится. Что вы думаете? Оп. Минут, да, я согласен. Погоди, ну ты ж просела. Надо. Но дно тут простое. Видите, дно тут без проблем. Тут надо как-то разобраться с боковушкой вот с этой. Непонятно как. Ладно, меня сейчас сосуд заберут. Не успел тут посмотреть. Слушайте, я пролез. Почти пролез, ладно. Блин, вот это интересно. Непонятно, что там делать. Как вообще? И, кстати, проводов я не добыл. Увы. Я добыл другие хреновины, но не провода. Ладно, сейчас продолжим. Я могу залезть во второй радиационный шлюз. Да, подъем, я понял. Hello, Shipbreaker. Please enjoy this inspirational message. Ролевая компания «Голубые миры». Хорошо, сейчас посмотрим. Терминал. Так, во-первых. Ну, корабельный врач не нужен. Так, это я шлем нашел. В нем что-то записано. Владелец Пер Олсен, пилот. Это пилот Олсен Пер, номер ЦКП такой-то. Сейчас находимся на фронтире, примерно 50 тысяч километров от границы 12-го сектора. Весты. Я записываю этот отчет в соответствии с звездным уставом. Отправлю, когда мы вновь окажемся в диапазоне трансляции. Мы ловили сигнал, исходящий из дальней области фронтира. Это странно. Он не похож ни один известный сигнал тревоги. Тем не менее, он повторяется через определенные промежутки. Кому-то нужна помощь. Возможно, сигнал СОС. Мы разведаем ситуацию и отправим еще один отчет. Мы подаем запрос на поисково-спасательную субсидию, когда вернемся на станцию. Курс был изменен. Координация сигнала и бла-бла-бла всякое. Присоединяясь, вот послание. Мы остановим корни и прервется рост. Мы, я ангел-посланник, ангел Брук Манси. Посланник Ирис, 374 тысячи видов. Каждое прекрасное семя, семя, что стало машиной. Антурия Хурма Афигус. По великой стебли, которые вырезаются все глубже, беря то, что дозволено Богом. Вот послание. Стань нашим хозяином, вступи в наш славный союз. Это... искусственный интеллект пишут. Так. Ролевая... Компания «Голубые миры». Привет. Наш долг компании наконец закончился, теперь я раздумываю над сюжетом игры «Голубые миры». Это альтернативная земля, где вмешательство искусственного интеллекта произошло до великой баллотизации.
Прикладываю бланки для создания персонажей. Класс мировоззрения тоже можно выбрать. Мы принимаем до 8 игроков, иначе игры будут слишком длинными. Однако, если интерес будет высоким, мы сможем организовать общий совет сразу после нескольких кампаний. Жду ответа. В Линк странно отреагировали на то, что будет кампания про искусственный интеллект. Лучше помалкивать, чтобы лишний раз их не раздражать. А вот это непонятно, интеллект или что-то другое. Так. Что у нас тут? Снаряжение. Починили. Пошли дальше воевать. Кораблик-то ничего так. Забавный. Мягко говоря. Тяжелый денек меня сегодня ожидает. Что такое, Ди? Я зачем-то взяла в работу утилизатор класса Гекко. Чем я только думала? Я же их просто ненавижу. Фу. Да, похохочешься. Прикольно играть, что голым задом на кактус скакать. А что такое кактус? Ужасная конструкция. Если при нем даже не убьешь, тебе повезло. Как на них летают. Ну и радость открытия, конечно же. Никогда не знаешь, что он за дрянь на борту. Хорошо, что просто хлам какой-нибудь, а не радиоактивные отходы или протекающие баки, что взрывается от косого взгляда. Да, сочувствую. Да ладно, я просто еще хотел себя наказать. Ну, удачи, дяди. Так, нормально. Как все-таки пролезть, а? Так, ну тем люком они еще лязгать будут долго. Так, давайте вот до этого докопаюсь. А, да, понял. Не вырезал же. Тут надежно только то, что вырезал. Блин, за что я тут зацепился-то? Ага. Так, тебя на баржу, чувак. Пошел. Так, ты куда? Ты в процессор. Иди сюда. Нечего тут захламлять все. Так. Пошли дальше пылить. Я же далеко был. Что, сразу успокоились все, да? Ну ладно. Так. Кстати, возможно, если пройти в корму, то где-то вот там за реактором, а нет, гоню, после крестовины вынется. Окей. Мне очень ты хотелось, так. Пошел процессор. Давай выше. Туда. Тут даже реактор вынут без проблем, в общем-то. Пока я тебя только что крутанул. Я только что крутанул корабль? Серьезно? Это вот так легко? Это баг какой-то. Ну ладно. Кстати, вот так в корабль забирается. Ой, чума. Ладно. Я просто не понял, как я его крутанул. Нет, я серьезно могу его своим этим приводом крутить, а обломись не могу. Боговина была какая-то. Да. В
вытащу все равно же. А понесло. То есть я когда тащу за другой предмет, он шевелится корабль, он поворачивается. Чума. Да вообще чума. Так, еще кто мне сказал, почему они сумели закрыть дверь? Без электричества. Смотрите, я его просто вращаю как хочу. Вот этим баллоном. А теперь он не двигается, нет, не вращается. Ну такая вот фигня. Так. Че у нас тут? О, вот тут еще есть, да? Так. Так, я могу что-то оттуда вытащить? Предохранители. Не хочу я оттуда вытаскивать предохранители. Опа. Ну что, искусственный интеллект, поживите без электричества. По-моему, отделилась, да? Давай, утаскивай. Да? Только не мне по лбу. Хоп. Я думаю, там лампочка уехала, но мне не жалко. Так. Ничего нет? Ничего нет. Кредит, кредит. Так. Закрыто. Ладно, надо вытаскивать тогда. Оп. Поворот. Изъяли. Поворот. Странно, что я интеллектов больше не вижу нигде. Изъяли. Разбираем. Ну, от кабину расщепили. Слушайте, они опять щелкают дверью. Ну что это такое, а? Дверь надо отпилить, чтобы не щелкали. Правильно? Правильно. А там еще терминалы, в которых провода, которые мне нужны. Туда. Ушло. Прекрасно. А ну чё? А, вот это тоже надо снять. Да, слезай, слезай, слезай с него. Ай, красота. Туда. Ну чё, все, искусственный интеллект, вы попались. Ну их там нету, правда. Так, я могу? Что такое? Я не понял. Слушайте, этот корабль летает, просто у него инерции нет вообще. Что вот это вот было сейчас? Меня током стукнуло или что? Пойди сюда. Терминал. Я не пойму, почему оно летает. Так, ну терминал я угробил. А проводов мне нужно два все-таки. Тут есть провода? Тут нет проводов. Тут нет проводов, а тут есть провода. Да. Так. Но мне написали, что готов к улучшению. То есть провода я достал. Так, теперь можно честно работать. Возможно, еще провода понадобятся, конечно. Да блин, что так крутишься-то? Он вообще ничего не весит. Такое ощущение. Смотрите, оно летает, я из него что-то барахло выдергиваю. Оно прям бултыхается, как не знаю что. Как маркитанская лодка. Так. И искусственного интеллекта тут ни одного нету. Мятежного, так сказать. Давай туда. Все, с тобой разобрались. Так.
Как его развернуло-то? Ну все, у меня теперь есть доступ в эти, в межбортовые зоны. Можно теперь отрубать движки и разбирать эту собаку, как вообще нравится. Кстати, похоже, все искусственные интеллекты были в башке у него. Потому что, видите, тишина, покой. Топливо. Печь, печь. Вот еще топливо. Ну ладно, я потом его возьму. 5 минут, да, согласен. Так, давайте лампочки перещелкаю. И пойду лазить между бортами. И, да, я помню про реактор, но реактор потом. Двигло еще надо аннулировать. А, шлюз, кстати. Тут топливо, да? Так, вот эту штуку надо. Кстати, не она ли является основным блоком, от которого работает шлюз? Хрен его знает. Ну, со шлюзами тут прям беда. А я пролезу? Стрёмно. Очень стрёмно. Так. Тут прям точно надо. Ну, да, я попытаюсь. А, собственно, чего? Давайте я сейчас отрублю движки. Не знаю, топливные блоки, топливные трубы все вот эти, вот они будут работать сейчас, не будут? Или я их заблокировал? Оп. Но они светятся, конечно, собаки. Да. Ну, загорится, так загорится. Че, ничем не могу помочь. Тут надо очень метко. Срубил. Отлично. Вот я сейчас выпилю шлюз и пролезу здесь. А вот это что такое? Это... Так, там я вижу магистраль, которая может загореться от выстрела не очень меткого. Так, слушай, ну я все сделал. По идее, эту штуку можно отодвигать. А на практике нет. А вот идея не с практикой расходится. Завлекательная музыка играет, конечно. Опа! А вот оно, междумирие. Так. Ну что, поперли. Сжигать всякое. Не очень нужное. Хватит меня музыку пугать. Оно держится на трубопроводе. Трубопровод почему-то не вырубился. Я не знаю почему. А вот почему. А вот контроллер. А вот теперь все. Приехали. Так. Рассыпалось. Очень тяжело сжигается, конечно. Давай-давай, поворачивайся. О, вылез наконец. Все, попалось. Попалась шабака комнатная. Так, все в процессор, в процессор. А вот тут в баржу, да? Угу. Процессор, ты где? Ну, процессор. Пошел. Тут главное шлюз схапать. На часы сейчас смотришь, минута осталась. Пошел. Минута. В печь. Процессор. Отлично.
Все, по этому борту разобрался. Там, конечно, висит топливный бак. Но это не страшно. Блин, какие же утошные эти трубы. Вот тут тоже надо спалить. Ага, все, летает, отлично. Давай туда. Я успел. Хоп. Не успел. Мало того, собака сохранится и полетит черт куда. Бак с лоногентом где-то я уничтожил, не знаю. Два терминала вот я руками разобрал, да, есть такое. Слушайте, может разберу за серию. Да-да-да, встаю. Good morning, shipbreaker. This is your daily wake-up call. Ну, деньги в плюс идут, обратите внимание. Тут можешь зарабатывать. Пошли собирать корабль. У меня много всего. Давай. Распределить или нет? И он катушка. Цепи. Типа от воздуха у меня до 13. Я почти закончил. Нужен распределитель, нужна цепь. Но на этом корабле ее нет. Ну что ж, неплохо. Слушайте. Надо утилизатор захомутать. Я помню, тогда долго искал. Мне такой же нужно было деталь достать. Я ее долго искал. А, где дабл уже не помню. Может, правда, утилизатор. Так, пошли. На этом нет. Решеток связи точно нет. Okay, you know the drill. Try not to die too much. Kai, you wanna race? Yeah, так, улетает. Sure. Давай, включай. Должна же работу приносить какую-то радость. Должна. Все, сделать работу, потом гонять сколько душе угодно. А, гоночки какие-то. Я по рукам. Ну, этой Луи не имется просто. Постоянно что чем-то надо заниматься. Спокойно не сидится вообще. Так. Да. Ушло. Что-то ушло. Так. Давай, иди сюда. Очень легкие детали у этого корабля, не знаю почему. Ну, прям смотрите, она прям все отлетает. Как будто не весит. Ай, как неудобно-то, ладно. А что такие звуки странные? Что там, лампочку опять уничтожил, что ли? Есть. Так, ну ты на баражу, понятное дело. Все, ты вышел из зацепления, вышел. Пошел. Так. Труба, иди сюда. Потом бак буду вытаскивать. Так, разворачиваемся. Да, вторая цель достигнута, согласен. А где еще искусственный интеллект, не пойму. Они же есть. Так, баржа. Так, тут надо с баком разобраться, с этим.
Слушайте, он шевелится, но он никуда не идет. Это странно. Оп. Пошел, 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 пошел. О, красота. Вытащил. Туда. Еще долбанец во что-нибудь рванет. Нет, нормально все. Так, прекрасно. Это все в процессор, это все в процессор. Отстрел. Строго говоря, вот там двигло сзади можно добыть. Так, крепление антенны. А мне не надо. О, антенна. А, это не решетка связи. Ладно. Решетка связи, наверное, что-то другое. Ну-ка, с той стороны. Ничего с той стороны нету. Ну, как двигло есть, да. А больше ничего. Так. Тут. Я сейчас двигатель просто сзади выволоку, чтобы не мешался. Так. В процессор, да? Отлично. О, тяжелый. Тогда давай натрусим. Так. Двигатель. Вылазь. И туда. Так, я через корму куда-то могу попасть? Ну, к реактору, в принципе. Так, теперь на второй борт как-то приходовать. Так, с этого борта я прошел и все собрал. На чем вот эта пакость держится, я не знаю. На чем-то она держится. Так, ну вот я потолок могу вот этот разобрать, но мне это ничего особенного не даст. Мне нужно пробраться вот туда за стенку. А туда за стенку хрен проберешься. Или проберешься. Залег такой. Или пролез. Да? Тут не пролез. Может сверху пролез, кстати. Там вроде побольше дырка. Ну что-то тоже не похоже, да? Ну, могу вот там спалить эту. Это. Что мне это даст? Еще одну магу. Не попал? Надеюсь, в бак. Бак сразу за ней. Не попал. Тут, видите, она светится. Я не пролезаю никак. То есть ее жечь нельзя. И выйти надо за вот эту вот перегородку. То есть вот в эту стену двигательного отсека. Так, давай, ладно. Есть опасность спалить реактор, конечно. Ладно, отстрелим задницу кораблю. Оп. Задница корабля ушла. Прекрасно. Я же сказал, ушла. Кыш. Вот тут ничего нету. А, ну правильно, со стороны нет ничего. Стой, потому что... Так. Подвиньте. Током приложит. Вырубил. Все, можно не бояться. Так, хорошо. Как мне теперь вот это вытащить, а? Как? Да никак. Отрубать все это дело по одному и вытаскивать. Так, два. Как мне сгореться? Так, что-то отлипло.
Я прям более чем уверен. Дай пролезу. Дай пролезу, собака комнатная. Так. Блин, как-то близко. Главное не зажариться. Так. Пошло? Вроде пошло. Ну, по крайней мере, вот отходит. Так, ладно. А давай вот так. Че улетит? Большой кусок улетит, прекрасно. Меня устраивает. Там ничего ценного не было. Вот лампа. Отдай лампу, Ирод. Так. Живем. Трансферинг кредит, да. Так. Теперь надо залезть и вот это вот отстрелить. Слушай, магистраль ты отключил, а топливо в баке все еще есть. Так. В бомжу. Двигайся. А, ты отдельно от бака уходишь. Вообще красота. Давай туда. А бак на баражу. Ушел. Какая красота. Оп. Тудой. Вообще здорово. Так, у меня реактор только остался. Содержит провода. Провода мне не нужно. Так. 5 минут. Да, может, успею. Оп. Слушайте, этот реактор простой. Иди сюда. Пошел. Вот и все. Я-то думал. Ну, не то, что думал, но... Опасался. А это филиатин. Пошел. Сейчас размотаем быстро. Я что-то привык к большим кораблям-то. А тут мелочь пузатая. Так, мне тросов хватит, 7 тросов, блин, мало. И время 3 минуты, вот в чем. Эта ботва вся в печку уходит. Да, вверх уходит процессор. Так, заходи. А, погнали. Это рама легкая. А, ну и все не тяжелые. 3 минуты, может, успею. Надо смену уложиться, потому что, ну а что тянуть-то? Так. Туда. А все? Погоди, кто в процессор? Вот этот в процессор? Система защиты от радиации идет в процессор. Вообще весь этот блок идет в процессор. А как я тебя вырежут отсюда? Я бы как бы и за, но как? Давай попробую так. Две минуты. Что-то лень еще одну смену начинать. Блин, да он не отрезается.
И тут еще второй такой есть. Ну, хрен там плавал. Так. Да как тебе? Это я такой за 2 минуты не успею отрубить. Есть. Пошел. Что музыка, блин? А смотрите, мне еще много по этапам-то. Есть, смотрите. Так, ты что тут делаешь? Ой, стой. И что это я добыл? В печь. В печь так в печь. Ух ты, там поджог что-то. Так. Ну что за фигня-то? Да я сам вижу, что минута осталась. Сам, блин, вижу. Да? Да, есть такая буква. Так, ага, туда. Туда. Все, теперь готово. Но минута, черт возьми. Минута это немного. 16 секунд, чуть-чуть. Ну что, начинать теперь новую смену из-за этого? А видимо придется. Чуть-чуть не хватило. Ладно, новая смена. 500 тысяч, блин, жахнет. Обидно. Но придется сходить. Надо до конца добивать. Мне, правда, непонятно. Мне там еще 2 этапа. Новые наклейки, их теории, ладно. Ну да, макрель там, еще чуть-чуть. Угу, да, счастье приносит. Пошли по-быстрому закончим. Даже апгрейдить ничего не буду. Да, видите, 5-й остался только. Ну слушайте, искусственный интеллект был один. Один! Цель демонтажа 5 потеряна, а почему? Профсоюз предложил учредить новые привилегии для руководителей, раз они не пользуются программой. Программа Everwork в той же мере, что утилизаторы. Однако говорят о 2% снижении зарплаты для покрытия расходов. Ну да, на таких условиях договорились. Пока уже Линдс и Дарич собираются сделать из нас последние гроши. Не без этого, но иногда приходится идти на компромисс, выстраивать рабочие отношения. Подлагаешь Линдс для интересованных в рабочих отношениях? Ну еще лучше придется начинать. Со временем станет лучше, увидишь. Хотелось бы надеяться. 5-я цель куда-то ушла. Я не знаю, что там было на этом куске. Но 5-я цель у меня куда-то ушла. Может, там последний искусственный интеллект сидел, их надо было выщемить всех. Ну, в принципе, ладно. Следующий у нас зафигачит утилизатор. Ну что ж, на этом все. Жмите, пишите. До новых встреч.